этот воскресный и радостный день хочется сделать приятное всем. Историю я расскажу вам о том, как три дерева сильных срубили и как они Богу потом послужили. Однажды в далекой прекрасной стране на самой высокой красивой горе беседовать начали деревца три о жизни своей. И мечтали они. Одно говорило: когда подрасту, я в царских чертогах быть нужным хочу. Вот если бы сделал один молодец из всех моих веток красивый ларец, я в царском чертоге бы мирно стояла, царю драгоценности все сохраняла. Как звезды б на небе сияли они, я обладала сокровищами. Стояли деревца и слушали дружно. Второе сказала: мечтаю я часто, гляжу я на речку. Впадает она в океан бесконечный, несет корабли, по волнам их качая. Красивым корабликом стать я мечтаю. Как хочется плавать по флагам могучим. Не страшно мне были бы черные тучи. На всех парусах океан бороздя, увидела бы земли, леса и моря. Вот если бы мной восхищались все дружно. Как так хочется быть и красивым, и нужным. А деревце третье стояло не смело, на город далекий в долине смотрело. Шумит этот город, весь день суетится, под ноги все смотрят, нет сил обратиться, взглянуть на высокое небо прекрасное. Хочу я остаться нетронутым мастером. Мечтаю я вырасти сильным, могучим, чтоб ветками всеми расчесывать тучи, чтоб люди из города выйдя дивились могуществу, силе и росту, стремились увидеть верхушку мою среди туч и думать, как Бог и велик, и могуч, что создал деревья, какая краса! О, как я хочу показать небеса! Три деревца дружно росли на горе, светило им солнце на ранней заре, им пел соловей, что там гнездышко свил, и дождик не раз листья все их мочил. Так много ли, мало ли, время прошло. Три деревца крепких уже подросло. Стояли они и большие, и сильные, не страшны им были ни штормы, ни ливни. Но вот в один день поутру к тем деревьям пришел дровосек и с огромнейшим рвеньем срубил эти дерева три раз прекрасные, чтобы продать все их нужному мастеру. Хоть дерева три и о многом мечтали, не сбылись мечты их, они унывали. Одно превратил бедный плотник лишь в ясли, другое для лодки использовал мастер, а третье от горя и слез трепетало. Несрубленным жить оно долго мечтало. Теперь лишь на брусья распилено грубо, и дождь его мочит, и сыпет снег вьюга. Так долгое время три дерева жили, об участи скромной уже не тужили. Но вот в жизни этих деревьев могучих произошел удивительный случай. Случилось однажды, я дивную ночью увидела свет удивительный очень. Зажглась звезда, озрив мои ясли. Пред звездочкой этой все звезды погасли. И в этот момент мои ясли простые, как будто они должны быть золотые, малютку прекрасного мне положили. Соломка подушкой младенцу служила. Улыбками ближних он был окружен, ведь это Спаситель мир грешный рожден. А я лишь кроваткою царскую стала, во мне драгоценность святая лежала. А в жизни моей, хоть я лодкою стала, усталого путника я увидала. Он в лодку с друзьями своими зашел, но в лодке покоя себе не нашел. Ведь буря шумела, плескались волны, и стала водою морскою я полна. И мне показалось, сейчас утону, и вместе с друзьями пойду я ко дну.
Но вдруг этот путник проснулся и стал, он бури большой, не боясь, приказал: «Умолкни, прошу, перестань, не шуми!» И буря умолкла пред Богом земли. Друзья, вспоминать страшно мне то, что было. Что видела я, ничего не забыла. В ту пятницу взяли меня очень грубо. Я сильно дрожала тогда от испуга. И крест из меня быстро воины сбили. Какие огромные гвозди там были. Какая толпа злых людей там кричала. Там только одна личность скромно молчала. То был человек удивительный, видно. И было ему за толпу очень стыдно. Его на меня не спеша положили. В ладони огромные гвозди забили. И кровь потекла, обогряя меня. Не знаю страшнее жизни дня. Но утром воскресным узнал я, что воскрес Иисус. Подарил людям чудо спасения, счастье и радость большую. Приятно узнать была весть мне такую. Так стал я символом для человечества Христова спасения и радости вечности. Дерево три для Христа послужили. Недаром их жизни потрачены были. Вот если бы друзей таких больше бы стало, которые в жизни своей не ленились, а с радостью в сердце для Бога трудились. Аминь.